Итак, время включения накала вентилятора и анодного напряжения установлены. Переходим к настройке усилителя. Включаем вентилятор, накал, напряжение анода и экранной сетки. Анод включен. Готово. Включаем поддиапазон для настройки 80-метрового диапазона. Первый поддиапазон 3500-3550. Запоминаем. Подаем несущую. Производим настройку пиконтура. Настроим. Запоминаем. Следующий поддиапазон 3550-3600. Запомнили. Подаем несущую, производим настройку при контуре. Настроим. Запомнили. Итак, следующий поддиапазон. Мы переключаем диапазон, допустим, 40-метровый. 7.00-7.050, первый поддиапазон 40-метрового диапазона. Запомнили. Подаем несущую. Производим настройку и контура. Настроено. Запомнили. Следующий поддиапазон. Включаем. 7.057. Запомнили поддиапазон. Подаем несущую этого поддиапазона, производим настройку и контура. Настроен. Запомнили. Итак, далее по всем диапазонам. Теперь включаем автомат. На трансивере включаем другой поддиапазон. Проверяем работу автомата. Произошло переключение. На трансивере переключаем диапазон. Я включил 40 метров. Переключился. Алло, могу работать. 20-метровый диапазон на трансивере. Алло. Включился 20-метровый диапазон. Алло, могу работать. И так далее. По всем диапазонам автомат работает. Выключение производится также. Выключаем. Выключилось высокое напряжение. Обдув через 2 минуты выключится. На этом настройка усилителя закончена.